Виктор Шемякин несколько раз в день проходит по мосту, не для прогулки. Житель села Сергиевского проверяет уровень воды. Местные жители следят за рекой Калаус даже ночью. Вода начала резко подниматься 2 дня назад. Теперь опустилась вновь. Опять все люди ночь не спали, думали, все стояли на мосту, ждали, что опять такое же будет. Но метра 3 не дошло, это самое. Поднималось, вот опять же деревья попереломало, вот нанесло песку, его уже люди поувозили здесь, песок этот. Опять нанесло этот раз, вот его опять, видите, барханы целые. Вот, ветки несло, бревна тут, ну, короче, люди не спали эту ночь. Эти кадры как раз 2 дня назад снял Владимир Панферов. Его дом самый ближний к реке. И в прошлом году большая вода в семью Панферовых настигла одних из первых. В комнате была вода, во дворе была вода, во дворе было больше колено воды было. В огороде вообще там утки плавали, они им радовались, думали, что хорошая погода и все такое. Пока полностью отремонтировать дом Панферовы не успели. Однако теперь в семье готовы сумки на случай возможной эвакуации. Все документы сложены, сумки сложены, ждем, ну, мало ли что может быть. Потому что прошлый год, когда это случилось, подъехала сюда, значит, ну, кто они, представители власти были, потом МЧС, и нам, значит, срочно сказали, так, мы вас будем эвакуировать. О возникновении происшествия из-за возможного разлива воды в реке Калаус предупредили и в Краевом управлении МЧС. Эта тема стала основной на совещании в Краевом правительстве. Именно волна пошла у нас по Сергиевке. На сегодняшний день неблагоприятное явление. Сергиевка прошла, подошла к городу Светлограду, к южной стороне города Светлограда. Уровень воды в Калаусе не достигает предельных отметок, но вместе с тем остается повышенным. За январь-февраль на Ставрополье выпало 1,5-2 нормы осадков. В постоянной готовности находятся силы и средства служб ЖКХ и МЧС. Уровень воды постоянно мониторят. На сегодняшний день он составляет всего-навсего 8 сантиметров. Критическая норма 5 метров. То есть пока опасности никакой нет. На прошлой неделе в Министерстве природных ресурсов заседал экспертный совет по отбору муниципальных программ для участия в федеральной программе по расчистке русла Калаус. От нас мы документы сдали, прошли конкурсный отбор. На сегодняшний день планируется на протяжении 5 километров расчистка русла реки Калаус и берегоукрепления. Этот мост буквально смыло в прошлом году. Он полностью ушел под воду. По словам местных жителей, здесь не осталось даже перил. Теперь его отремонтировали, и люди надеются, что на этот раз большая вода не принесет новых убытков. Нет, надеемся, что в этом году ничего такого не случится, потому что наши власти ведут контроль, мониторинг проводят, измеряют уровень воды, довольно часто подъезжают здесь, стоят на мосту, измеряют все, что необходимо, снимают показания, и надеемся, что в этом году нас пронесет и ничего не случится. Губернатор Владимир Владимиров поручил подготовить средства Краевого резервного фонда для оперативного реагирования при изменении ситуации. Анастасия Зубрицкая, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.